Приходя не радуйся, уходя не грусти, пистолет отдайте Воронину, когда-нибудь пригодится. Здравствуйте, ребяшки, девчатушки, я категорически рад вас всех приветствовать на своем канале Жук-Муравейники. С вами дядь Саша, великий ужасный. У меня для вас радостная, наверное, новость, хотя вы это без меня знаете, что у нас уже очень скоро выходит эпизод 4 в игре Zone Dark. Но дело в том, что сегодня пока только 2 октября, а я уже... Ну типа, как один из ведущих ютуберов по этой игре, по игре Zone Dark, получил от компании Hinterland доступ к прохождению 4 эпизода. Но, к сожалению, а может быть даже и к счастью, есть всечеловеческое общемировое эмбарго. До среды 6 октября, 10 утра по тихоокеанскому времени, я не могу делиться какими-либо подробностями о 4 эпизоде. Я надеюсь, что вот этот костерок, который мы сейчас с вами наблюдаем, не является какой-то жесткой подробностью, за которую меня накажут. Я даже на всякий случай закрою описание эпизода, что там написано. Мало ли чего разработчики подумают, что я, дескать, тут спойлерю. Итак, у меня есть доступ, и я начну снимать, проходить эпизод. Для того, чтобы как только исполнится 6 октября 2020 года, 10 утра по тихоокеанскому времени, а в Москве в этот момент будет 8 вечера, насколько я понял, вроде как плюс 10 часов, если у них 10 утра по тихоокеанскому, у нас 8 вечера. Но если что, вы меня поправите. Ну, либо 9 вечера, там либо плюс 10, либо плюс 11. Там есть два варианта этого тихоокеанского времени, и я запутался выяснять, но вроде как все-таки плюс 10 часов. Таким образом... станет доступна для просмотра вся моя ветка, которую я сейчас запишу 4 эпизода, в среду 6 октября вечером по Москве. Так что вы, на всякий случай, на каналчик подпишитесь, в группу ВКонтакте вступите, чтобы не пропустить выхода этого самого 4 эпизода полностью записанного. Ну, единственное, о чем я вас хочу предупредить. Спойлеры могут для вас оказаться, если вы все это посмотрите. Так что вы сами, на вас лежит ответственность за то, что вы хватанете спойлеров, если вот так вот в среду посмотрите все от начала до конца, потому что эпизод будет пройден полностью, как мы знаем, где-то 10 часов игрового времени. Я думаю, я до среды, сегодня у нас суббота, до среды-то я, если сильно бухать не буду от счастья, я пройду весь этот 4-й эпизод. А, и ты мне уже можешь сказать: слышь, дядь Саша, ты же говорил, что ты не будешь играть в эпизод, что он тебе не нравится, ты бил себя пяткой в морпеховскую грудь. Да, дело такое было, но... видишь, как оно все обернулось, друг или подруга? Разработчики дали мне ранний доступ, так сказать, выказали свое доверие. Поэтому всегда давай второй шанс, никогда не давай третьего. Я им даю второй шанс, этим канадским травокурам. Дай бог им, как говорится, здоровье. У них это разрешено, у них это законно. Даю второй шанс, тем более, дорогой друг или подруга, вот почему ты еще должен вступить в группу ВКонтакте в обязательном порядке. Ссылка на нее будет в описании данного чудо-видео. Потому что мне разработчики еще ключ для игры подарили в Стиме, понимаете? Я его разыграю 6 октября на стриме. Я, разумеется, 6 октября выложу весь плейлист эпизода. Ну и, конечно же, мы начнем стрим. И вот на стриме этот ключик мы и разыграем. Потому что у меня-то игрушка уже есть, а раз разработчики такие щедрые люди, дали целый ключик. А в чем плюс ключик? В том, что его в любой регион можно отправить. Хоть в Северную Корею, если там есть Steam. Хотя там, наверное, нету. Ну ладно, в Южную тогда можно отправить. Потому что игрушка в Стиме везде в разных регионах стоит по-разному. У нас она там что-то около 500, а в какой-нибудь прекрасной Латвии она, наверное, стоит 1000-2. Вот. А в случае с ключиком, я его могу подарить кому угодно, в любую страну, оно идет и активируется. Так что это очень ценная фишка. Вот. И если у тебя еще нету, дорогой друг или подруга, игры, ты обязательно подпишись на мой канал и на группу ВКонтакте. И ты сразу получишь все 4 эпизода, когда игрушку эту по ключику установишь. Прям сразу все 4 хлобысь тебе. А потом, может быть, когда-нибудь еще и 5-й придет. Дождемся, авось. Ну что, в общем, вы меня поняли. Я сейчас начинаю играть. И поэтому 6 октября я уже, так сказать, буду тертым калачом. Ну, я надеюсь, если я не хапну каких-нибудь жестких багов. Потому что... до 6 октября мне никто ничего фиксить не будет. Да, я, конечно, могу написать: товарищ, у меня не заработало! Но они мне скажут: слышь, извини, мы тебе и так тут, понимаешь ли, на халяву раньше на сколько? Значит, второе, третье, четвертое закипает пальцы, пятое и шестое почти на 5 дней раньше дали. Обыграться можно. Да, да. Ну, за сим я с вами прощаюсь.
Не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик и выбрать верхнюю оповещалку, чтобы не пропустить ни выхода всего плейлиста с четвертым эпизодом, и тем паче не пропустить розыгрыш в группе ВКонтакте игры The Long Dark. Будьте здоровы! Спасибо, конча.